Певица Максим в настоящий момент находится в госпитале. Сегодня стало известно, что эстрадной исполнительнице в очередной раз сделали компьютерную томографию. Результаты исследования выявили наличие нескольких новых образований, в которых, по словам врачей, наблюдаются признаки начального регресса. Тем временем вчера представительница Максим Маргарита Соколова прокомментировала состояние подопечной в своем микроблоге в Инстаграм. Она отметила, что еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Однако директор артистки подчеркнула, что не теряет надежды на благоприятный исход ситуации.